Мировое турне культовой британской группы Depeche Mode в самом разгаре. Сегодня музыканты выступают в немецком Гельзенкирхене. И уже совсем скоро, 19 июля, их грандиозное шоу состоится в Киеве. Grand Spirit Tour – это трехчасовой концерт со спецэффектами и невероятным звуком. Депеши прилетят в столицу Украины на собственном самолете за день до концерта. Для музыкантов уже строят огромную сцену высотой 6-этажный дом. Фронтмен Дэйв Ганн везет с собой личных поваров, которые будут сами закупать продукты, сами готовить еду. И стали известны небольшие подробности их райдера. Например, музыканты пьют чай исключительно из черных чашек, помешивая его серебряными ложечками.